Елабуга, Набережные Челны, Джизак – все эти города объединяет Казанский федеральный университет. ВУЗ ведет активную работу по созданию филиалов на протяжении нескольких лет. Так, 6 июля в Императорском зале Казанского федерального университета состоялось подписание документов о создании филиала Казанского университета в городе Каире в Египте. В начале торжественного мероприятия выступил ректор КФУ Ленар Сафин, который подчеркнул важность и ответственность открытия в Каире представительства Казанского университета. Особо культурные и научные и образовательные отношения нас связывают с арабским миром, с арабскими университетами, научными центрами. Выбор в пользу Арабской Республики Египет сделан нами не случайно. Именно здесь расположен один из наиболее перспективных образовательных рынков, удобным расположением для учащихся Ближнего Востока и Африки. От лица Арабской Республики Египет на торжественном подписании документов присутствовала делегация компании Modern Group во главе с генеральным директором Валидом Мухаммедом Набилем Диабесом. После приветственных слов стороны подписали соглашение о деятельности филиала. Отметим, что идея о создании филиала Казанского федерального университета в Каире пришла несколько лет назад. Стороны уже давно ведут сотрудничество. Так, в Казанском университете обучаются 185 студентов из Египта. Помимо этого, в 2021 году в Египте была открыта подготовительная программа КФУ. Этот проект был для нас мечтой. Когда мы начали об этом грезить, мы приехали в Казань с глубоким уважением к вам. Это что-то новое для нас. Переговоры начались в марте 2022 года. Тогда стороны начали вести работу по синхронизации учебных планов и подготовке необходимых документов. В филиале вуза в основном будет осуществляться подготовка по медицинским направлениям. Лечебное дело, стоматология, фармация, физиотерапия и сестринское дело. Помимо этого будут реализовываться магистерские программы по менеджменту и программной инженерии. Помимо Казанского федерального университета в Каире будет открыт филиал Санкт-Петербургского государственного университета. Оба кампуса будут расположены вблизи крупного каирского госпиталя. Отделение планирует начать работу уже в этом году. Активность по лицензированию образовательных программ для филиалов в Каире включала два этапа. Сегодня будет подписание, но до этого мы работали практически уже почти два года. Вот. На первом этапе мы готовили документы для лицензирования программ. General Medicine, то есть лечебное дело, а Dentistry, стоматология, то, что у нас было, и фармация, это у нас было. Сейчас на втором этапе мы в процессе подготовки документов для программ физиотерапии and nursing, то есть физиотерапия и сестринское дело. Вот этих программ в Казанском федеральном университете не было, но мы их сейчас готовим на втором этапе для того, чтобы открыть филиал, так сказать, как бы эти программы в Каире. Напомним, что первый зарубежный филиал Казанского федерального университета открылся в октябре 2022 года в Джизаке, Республике Узбекистан. Там готовят специалистов в сферах машиностроения, геологии, программного инжиниринга, экономики, информационных систем и технологий, менеджмента, лингвистики, фармации, биомедицины и журналистики. Сейчас в Джизаке получают образование более 300 студентов. Цель создания филиала – подготовка высококвалифицированных кадров для Республики Узбекистан. Институт расположился в здании бывшего военного авиационного училища. Что касается преподавательского состава, то не менее 40% было привлечено из-за рубежа, в том числе из Казанского федерального университета. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз.